Природа, храм или мастерская? Быть национальному парку или не быть в самом высокогорном селе Европы? Мира вам, я Ханжан Курбанов, это моя заповедная ремарка. Несколько дней назад курушцы протестовали против включения их земель в границы национального парка Самурский. Надо сказать, что парк с красивым названием имеет свою восточную часть. Сюда включается весь Самурский лес, реликтовый, многострадальный, на который покушались с 10-х годов бизнесмены под личиной государственных служащих. Лес народ отбил, слава богу, теперь он в заповедной области. А в западную часть парка вошли села Ахтынского и Докуспаринского районов. Села Куруш, Усухчай, Каладжух, Каракюре, Микрах-Казмаляр, Микрах, Тикиперкент, Джаба, Ахты, Курукал, Смугул, Ухул, Фи и Мискинжа. То есть территорию разбили на два кластера. Кластер Дельта Самура и кластер Шалбуздак. Кстати, мискинджинцы осенью 2018 года, когда только образовывался национальный парк Самурский, отбили свои земли. Вот послушайте доводы мискинджинцев. Эти земли являются кормилицей нашего села долгие годы. Не будет земель, не будет села. Это все, что у нас есть. И так уже сколько лет количество нашего села уменьшается с годом. Массово мигрирует население, уезжает в Москву, в Норильск, в Питер, куда угодно, только чтобы здесь не остаться, потому что нету дохода, нечем жить. Сейчас хотят отобрать земли, а эти земли являются основным источником для чего? Для развития скотоводства, сенокос. Также у нас находятся там святые места Шалбуздак. Тогда мискинджинцы, теперь курушцы, требуют оставить их земли в покое. Припоминает и историю, и дедов, проливавших здесь кровь, и бойцов, воюющих в зоне СВО. Митингующие утверждают, что все сделано под покровом тайны, что раздают землю кому попало, не согласуясь с мнением народа. Национальный парк поглотил все наши земли, проигнорированы наши законные права, сетуют горцы, и просят вернуть свои исконные земли. Кстати, на неделе в сети оказалось и видео курушцев зоны СВО, которые противились созданию национального парка с последующим изъятием земель. Между тем, специалисты заповедника Дагестанский утверждают, что никакого изъятия земель не будет. Территория национального парка будет зонирована на 4 типа, и что все виды сельскохозяйственного уклада с возможностью выпаса скота сохранятся на данной территории. Но почему они не слышат друг друга? Странно. Немного предыстории. Весной и летом 2018 года на территорию предполагаемого парка прибыли специалисты Федерального Минприроды и ВНИИ «Экология», директор которого, товарищ Фокин, тогда говорил, что будут проведены общественные слушания в районах, на территории которых будет создан национальный парк. Также он предупреждал и о необходимости деликатного разрешения всех вопросов, находящихся на грани экономических интересов и экологических вопросов. Здесь действительно нужна золотая середина. Находить консенсус между традиционными видами хозяйствования, источниками доходов и пропитания, с одной стороны, и сохранением реликтовой экосистемы. Нужен маслиат. Некоторые курушцы утверждают, что никакого обсуждения не было. Товарищ Фокин тогда говорил, что в ходе данных слушаний наши специалисты в максимально доступной форме постараются довести до населения, что создание национального парка не только не повлечет ограничения для введения традиционного хозяйства, а наоборот, позволит улучшить социально-экономическое положение региона за счет притока туристов и создания дополнительных рабочих мест. И вот на неделе вышел официальный комментарий дагестанского Минприроды. Цитирую. На 82% территории кластера разрешены основные виды традиционной хозяйственной деятельности местного населения. Выпас скота и сенокошение. На более 55% территории кластера разрешается осуществление любой сельскохозяйственной деятельности, размещение временных сооружений и иных объектов инфраструктуры пастбищного животноводства, организация обустройства экскурсионных экологических троп и маршрутов, развитие народных и художественных промыслов, сбор отходов производства, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и другие. Этот комментарий перепостили ряд республиканских СМИ. Казалось бы, все предельно ясно, но почему народ митингует?
Может, недопонимание образовалось из-за плохой разъяснительной работы, недостаточного количества общественных слушаний. Некоторые источники сообщают, что за протестами стоит сугубо политический вопрос. Дескать, некоторые курульцы жаждут смены местной власти. А местные активисты сообщали, что вроде бы глава Куруша взирал на сход сельчан в бинокль. Другие, что несколько заядлых охотников или организаторов такой охоты, естественно, за немалые деньги на диких дагестанских туров, потеряют свою забаву и источники дохода. И оттого наускивают людей к протестам. Сами активисты отрицают и считают это бредом, так как раз излюбленные территории охоты натура не вошли в границы национального парка. Шумового фона и слухов очень много. И вот комментарий администрации Докуспаринского района после общественного резонанса. Если коротко, общественные слушания проводились. В национальном парке ничего не запрещается уже 5 лет. Оппоненты парируют. Общественные слушания должны были проводиться публично с участием жителей сел, территории которых подпадают под заповедную зону. Но меня все же не отпускает мысль о том, как же проводили слушания. Кстати, в 2018 году те же мискинджинцы, соседи Куруса по Докуспаринскому району, жаловались, что на общественные слушания приглашали всего 8 их сельчан, что, мол, многие не были в курсе. Дескать, их обвели, поступили хитро так. Да и сейчас общественники и сами курушцы задаются вопросом о качестве общественных слушаний. Тема национальных парков и протестов вокруг них получила болезненный резонанс в стране. Подобные сходы и протесты проводились в 19-м и в других регионах страны, например, во Владимирской области. Люди там протестовали против создания национального парка, в результате чего без источника дохода могло остаться около 100 человек, работающих на пилораме. Или в Алтайском крае. Там жители 4 районов подписали петицию и протестовали, опасаясь того, что после создания национального парка им закрутят гайки, не дадут пользоваться дарами леса и в первую очередь заготавливать черемшу, кедровый орех и папоротник. И тут возникает вопрос, насколько обоснованы эти опасения. В федеральном законе об особо охраняемых природных территориях выделено 6 зон от тех, где сохраняется строго заповедная зона, и до тех территорий, как записано в законе, в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования. То есть, проще говоря, где разрешен выпас скота и сенокос. Кроме того, есть норма, которая дает право местному населению, проживающему на территории и вблизи национального парка, заготавливать на таких территориях пищевые и другие недревесные лесные ресурсы для собственных нужд. Историк Куруш был одним из центров овцеводства не только Дагестана, но и страны. В каждом хозяйстве по сотне овец было нормой, а земля для курушцев, впрочем, как и для каждого горца, освящена историей и окроплена кровью и потом. И вот буквально накануне записи передачи в среду в селении Куруш состоялась встреча жителя села с главой администрации, депутатом Народного собрания, с участием директора заповедника дагестанский, представителей МЧС, Росреестра, райотдела полиции. В ходе бурного обсуждения пришли к консенсусу. Было решено пастбище, сенокосы и другие сельхозземли курушцев вывести из территории национального парка Самурский. Но юридически эта процедура долгая и займет некоторое время. Вот так лицом к лицу и нужно говорить с горцами. Есть такая в Дагестане примета: плохо говорим с джамаатами, жди митинги и сходы. Общественные слушания нужно проводить до последнего человека, то есть пока все не поймут, что и как. Объяснять на пальцах, пока не дойдет. Объяснять, не оставляя белых пятен и недоговоренности. Вопрос земли для горцев, особенно таких заряженных на овцеводство, как курушцы, это вопрос жизни и смерти. «Пусть меня арестуют, зачем мне такая жизнь без земли?» – говорят курушцы. Вступать в диалог с обществом мы, кажется, ленимся. Ждем, пока само рассосется. Надо понимать, что Куруш находится на крайнем юге России, в пограничной зоне. Это обстоятельство также легло вынужденным бременем на горцев. Люди тогда это поняли, согласились. Сейчас их тяготит вывод земель в национальный парк. То, что инспектор выгоняет их скот земель. Подозреваю, кое-какие другие вопросы возникают. Нужно понять и выслушать все. Произошел какой-то сбой в теме, системе или где, надо понять. Опять же, народ нужно слушать и слышать.
продолжать разъяснять и находить консенсус. Другого выхода нет ни у власти, ни у самих высокогорцев. Надеюсь, впредь мы все же будем расторопны и будем слышать и слушать друг друга. Оставайтесь людьми.